И всем привет! Я хочу сказать то, что я хочу снимать Far Cry 5. Far Cry 5 отличная игра, кстати. Давай-ка поболтаем. Давай. Так бы целый день не было. Ты только посмотри, что творят. Разливают повсюду блажь. ЭТМщики перевозят эту отраву по всему округу. Это не круто, блин. Никто не знает. Это хрень вредит окружающей среде. Поговорим? И даже... Сейчас. Что это? Опять это блажь. Мы наконец-то стали понимать друг друга. Казалось, тебе можно доверять. Блин, посмотри на этот ужас. ЭТМщиков нужно остановить. Давай-ка поболтаем. В общем, так. Эта хрень попадает в реку и заражает ее. Видишь зеленые контейнеры? В них полно блажи. Их везут в какое-то важное место. Нужно найти куда и уничтожить их. Мой лайф-коуч учит решать проблемы поэтапно. Шаг первый. У ЭДМщиков есть ноут, который поможет отследить контейнеры. Найдем их и подорвем. Бабах! Ну ты веселый. О, а там есть этот катер. Спасибо за помощь в Марине. Есть одно дело, если хочешь попытать. О, отличная. Так, купить. Отлично. Так, управлять транспортом, да. Так, все, есть у нас. Теперь надо напарника. Нужно попуститься. Все, напарник сидит. Погнали. Прикольно гудит так. Тут есть даже радужная форель. Эх, мало ты потерял, что не доучился. Так, пойдем. У меня есть пулемет. Да ладно. А это. Ух ты, кто? Идите в жопу. Не надо убегать. Надо убегать. Так, повалил.
Вот тебе, грешник, конечно. Так. Все. С ним покончено. Дальше. Где цель? Так, надо... Вот так вот. Все, он сдох. Все. Так, мы поймали сигнал. Можно отследить лодки. Надо только подняться в воздух. Ада уже завела вертолет. Крикни, и она тебя подберет. Проследишь за ними с высоты птичьего полета и найдешь контейнеры. Так, за частоту окружающей среды добавьте один в свою команду. Сейчас. Назначить. Давай. Пока. Найдите лодочный конвой. Заткнись, наконец! Сейчас найдем. Я еще не доехал до туда, чтобы их увидеть. Что я вижу? Что я вижу? Кучка сраных социалистов. Бля, весело! Улетел куда-то, непонятно. Так, надеюсь, я проеду тут. Хотя нет, тут дороги нет, так что не проеду. Ух ты. Так, как там? Эй, эй. Давай, опускайся. Дымщики на дороге.
надоели. Я хочу пить Макхелен со льдом и смотреть, как Сандер моет машину в одних плавках. Боже! Что такое? Вот и все. Теперь мы можем ехать спокойно. Так. Ух ты, а я тебя не вижу. Сейчас. Вот так, ничего, так мобильненько так переместились. Оп, оп. Погнали дальше. Тут что-то нечисто. Ух ты! Ё. Ну давай газку. Нет, это безнадежно. Ух ты! А? Кто там так орёт, а? Ты где орёшь? Ух ты, это медведь был. Обнюхается наркотиков и превращается в медведь. Так, ладно. Вот здесь, может, выйдем. Надо бы было в вертушке. У меня нет такой, таких ресурсов поблизости. Ух ты! Опять накуренный какой-то. Это уклон. Так, ладно, попробуем выехать как бы.
Во! Я на какую-то дорогу выехал, которая ведет прямо напрямую туда. Ух ты! Стоя! Получил говна от ютубера. Все в щепке. Как оно у меня еще не взорвалось? Хотя уже что-то странно. Так, починить. Я и забыл, что у меня горелка есть. Ух ты, полетели! Мам, дорогая, я его убил. Так, 700 метров осталось. Мне бы сейчас какую-нибудь тачонку, тачку, машину, либо какой-нибудь там вертолет. Хотя тут нет ничего. Ух ты! О! Эдемчики! Всё! Машина моя! Вот за что я люблю Far Cry 5. Никогда не унываешь с этой игрой. О, да. Что я нашел? За кем след? Мне надо следить за ними. Да ладно. Да вон же они, три катера. Нас подвели. Придется прочесывать реку по старинке. Где-то должны быть контейнеры. Ты справишься?
О, черт. Да вперед. Лодка сейчас взорвется. Обыщите. Сейчас. А это не контейнеры? Нет, это не контейнер. Ага. Нифига подобного тут нет. Это все, что ли? Так, вверх по реке. Ух ты! Это был индюк. Какой он живучий. Бля, индюк. Он же сюда идет. Давай, херачивай, волк. Иди нафиг отсюда, дура. Ай-яй-яй, я пошутил. Мне не надо такого уговора. Эх, опять я себя сломал.
Эх, мне бы сейчас машину. Итак, мы доехали, да. Вверх по реке, как нам говорил один. Ищите белые контейнеры с блажью. Белые, не зеленые. Уничтожьте их и будьте осторожны. Йоу, знаешь, меня тут осенило. Это же что-то вроде старой шахты. Там наверняка куча C4 из ручатки. Будет чем взорвать контейнеры, а? Так. Ух ты! Со стрелы его прям. Так. Так, левый, правый, так, еще кто-то меня видит. Пух. Ну да. Умная, что ли? Тихо, тихо. Контейнеры, плаши. Так, кто-то меня хочет тут накрыть, только я его не вижу. Кто это? А, вот он-то. Еще кто-то. Снова меня кто-то видит. Вот так. Кто-то еще лезет. Я убью тебя, лодочник. Кто-то меня там видит.
Есть. Козел. Вроде бы по стелсу играл, но потерял навык в игре. Ищите белые контейнеры с блажью. Белые, не зеленые. Уничтожьте их и будьте осторожны. Йоу, знаешь, меня тут осенило. Это же что-то вроде старой шахты. Там наверняка куча C4 и взрывчатки. Будет чем взорвать контейнеры, а? Так, взрывчатка. Отлично, боеприпасы. Я, говорит, иду. Я, говорит, пойду тебе. Так. Этот еретик мой. Зачем тебе это? Ты хочешь навредить мне, но пойми, ты вредишь только себе. Подорвало. Это у тебя нет будущего. Бог ты мой. Ты куда побежал? Ты чё, меня потерял? Так. Погнали наверх. Быстрее, быстрее. Ух ты. Ух ты! На тебе гранату. Так, эту взорвем, и эту взорвем. Так, так. Держите. Все, все разлетелись. Так. Где еще ящики? Ага, ящики нашел. Так, эти есть. Еще есть блажь.
Так. Потихонечку, помаленечку найдем и блаш, и все сделаем. Так. Так, друзья мои, я его не вижу. Ух ты, аптечка. Ого. Там взрывчатка. А все горит. Сегодня ты познаешь меня. Сегодня я ударю, ты улетишь. Так. Вот тебя. Так, и еще пару ящиков. Они здесь, наверху. Так, бежать вниз. Сколько взрывчатки, это просто рай. Вот и выполнен за чистоту окружающей среды. Окей. Ну, всем спасибо за просмотр. Завтра будет видос, я для вас сделаю. И выложу его в YouTube. Приходите посмотреть. А кто не подписан, подписывайтесь на этот канал. Всем пока. Всем здоровья, удачи, денег.